власть надо мной, над тобой. Возьми благословение до тысяч поколений, и присутствие Господне проходит над тобой, окружает, наполняет. Он с тобою, он с тобою, и при выходе, при входе, ранним утром или ночью, когда плачешь или куешь, он с тобою, 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 он с тобою. Богатство не дай, чтобы я не забыл тебя, и нищеты не дай, чтобы я не крал. Вот знаем вот эту, Бог знает меру. И в принципе у нас все, что надо, у нас есть. Пусть мы будем вот такими, ладно? Вот это момент, вот я не знаю, возьми его в свое сердце. И вот с этими словами я хочу попросить Игоря, с Леной, вот, благословенных наших служителей, пожалуйста, выходите, 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 выходите. Слава Господу, слава Иисусу Христу. И так, больше аплодисментов. Сегодня, 26 сентября 2020 года, я обновляю свой территорий, Елена и Голова. Пока смерть не разлучит нас, я посвящаю тебе свои чувства. Я посвящаю тебе свое сердце, чувства, мысли, желания, время и всю целость себя саму, навсегда. Я попала в такие условия, я поняла, что из этого должна что-то положительное извлечь. Но я научилась шить. То есть, ну, просто так тупо там выкинуть там 3-4-5 лет из жизни, ну, и там, не знаю, пробыть в изоляторах. Ну, ладно, сейчас все будем тогда говорить. Когда мне было 13 лет, мои родители развелись. У меня была подружка, с которой мы начинали курить, потом там выпивать, кто больше выпьет, и там соревновать такие были. Спортивный интерес, кто больше выпьет, и там его не срубят. Начали покуривать травку, в общем, покуривать травку. Презирали мы тех, кто употребляет тяжелые наркотики. Мы считали, что наркоманы, которые колются, они фу. Вот. Потом незаметно пришел героин в мою жизнь, мы начали нюхать. Потом его казалось все мало, незаметно это пришла зависимость, мы стали колоться. Ну, в общем, первый раз меня привлекли к уголовной ответственности, когда мне было 22 года. Ну, я взяла все героин для личного потребления, больше 10 грамм. Ну, в общем, меня посадили первый срок за хранение. Дали год, я год отбыла. Сначала дали поселок, потом с поселка я уехала на общий режим, оттуда вышла, ну и ничего не поняла, это все это показалось мне такой тюремной романтикой.
Ну, я родился в городе Томске, и я, можно сказать, почти всю свою жизнь прожил здесь. В обычной нормальной, добропорядочной семье родился. Мать, отец, сестра старшая. Отец, когда уходил от нас, он посадил меня в машину в 11 лет и поговорил со мной как взрослым человеком. Говорит: «Максим, ты остаешься один мужчина в семье», говорит. В 12 лет случился случай, меня похулиганили с пацанами и жгли бензин, и одного парня нечаянно попал бензин по моей вине, и он загорелся. Мы его потушили, все, но он получил инвалидность. И меня судили, но это было до 14 лет, и это первая судимость, которую судили меня. И меня уже, в принципе, 14 лет уже как-то настроен был, что все же тюрьма меня ждет. И мне как-то отец, когда мы встречались, разговаривал, говорит: «Ну, ты этого не избежишь», говорит. Когда подошли вот эти 90-е годы, когда ближе уже развал Советского Союза, то есть все равно какая-то вот эта романтика, бандитизма, всех вот этих моментов там, привели к тому, что я оставил завод и все же занялся обратно этими вот хулиганскими действиями, где-то в группировке, где-то встреча с пацанами, где-то вот эти. То есть 18 лет меня уже судили, уже как взрослого, и 19 лет меня посадили уже. Мне дали 5 лет заключения свободы общего режима. Статья тогда у меня была еще 144-я. На тот момент еще не менялся уголовный кодекс. 144-я статья – это кража. А следствие говорит: «Ты что меня бьешь?» Он говорит: «А что ты не едешь? Ну ты как будто так, знаешь...» Она говорит: «Да говорит, смотри, кто впереди стоит!» Он говорит: «Да мне все равно, кто впереди стоит. Я твой хозяин, а ты ослица». Папе палку покажешь, да? Папе покажешь. Палку Рома нашел. Здравствуйте, меня зовут Роман Кравченко. 5 мне было или 6. Мама разошлась с родным отцом, и у меня появился отчим. И так получилось то, что не сложились у нас отношения, и бабушка забрала меня к себе и воспитывала меня сама одна. Я большее время после школы проводил с друзьями на улице, и мы воровали, что-то где-то делали, как все дети, наверное. Начали курить, пить, наркотики употреблять. В 14, в 15... Мы уже компании уже целенаправленно ходили воровать. Меня поймали и посадили в тюрьму. Больше 8 миллионов. По-моему, 8,5 что ли. Это вот это пристрой, да? Да, это вот детская церковь. Здесь это получается зал для богослужения. Вот эти картины, это с Иерусалима, они оттуда привезены. К примеру, я работаю, я не 24 часа в сутки там служу. Большая часть тех, кто имеет желание помогать людям, которые сегодня находятся там, отбывают срока. Для них, конечно. А так, конечно, многие из них. Кто-то отбывал сам однажды. То есть не все, кто сюда пришел? Нет. Там разносторонние. Раньше, когда до пандемии, у нас полный зал. Зал примерно рассчитан где-то около 2000 человек. Я записал, что те, кто сейчас сидит здесь, такое ощущение, что мы в онлайне. Давайте мы немножечко как-то оживимся, потому что Господь, Он смотрит и, как сказать, по-другому, да, просто воскресенье. Все картины, которые вот есть, они вручную нарисованы людьми. Свидетельство, да? Один только. Миша. Да, конечно. Помните его? Это которого из зоны выгнали, иди, говорит, умирай, говорит.
А он живет, радуется. Мало того, что на него жена прошлая, ну как, с прошлой жизни. С прошлой жизни она на него в алименты подала. Я ему говорю, как ты иди решай, ты, ну, по идее, не должен платить никакие алименты. Он говорит, да лучше я пусть буду платить. Так. Слава Твоя, честь и хвала, Господь, да пребудет с нами, Господь. Благодарим Тебя, Отец, за это служение, Господь, за то, что Ты даешь нам все в сердцах, Господь, Слово Твое, которое выходит, Господь, из наших, Господь, и благословляй всех тех, кто нуждается в этом, Господь. Господь, прими нашу славу поклонение, Господь, по славе Своей, чтобы жизнь, Господь, Твоя была привычной. Я буду жить всегда в твоей любви, буду видеть тебя с тобой. Готова ли ты принять? Да. Хорошо, теперь скажи ты тоже перед ангелами, перед людьми, собравшимися здесь, перед всей семьей. И не проедь. Со мной будешь сидеть? Ну все, ну, давай. Ну все, тогда сиди со мной. Ну ты тогда не уходи, что ты? Ты ну, здесь нет, будь недалеко. Я-то там... Вань, ну сейчас так не пойдет дело. Ну ты уже все, хватит. Началось, наверное, с того, что я решила рано повзрослеть. И очень, ну, у нас была неплохая, в принципе, семья. Родители много внимания уделяли нам с братом. Но наступил такой момент, когда просто мы заинтересовались улицей. Меня стали больше интересовать ребята с криминальным прошлым, с криминальным каким-то авторитетом, и я стала больше тянуться к этой среде. Мне не было 18 лет, когда я вышла замуж за одного из, скажем так, криминальных элементов, уже имеющего опыт отбывания в местах лишения свободы. И мы женились, у нас родился ребенок, но не успела ребенку исполниться 3 месяца, как его закрыли на 9 лет и 3 месяца. То есть я вот одна, молодая, с ребенком на руках, такая, попробовала как-то выстраивать свою жизнь более так благополучно. Работала в магазине, имела торговое образование, но наступил момент, когда мы просто поругались по письмам с моим мужем, и он начал там мне какие-то сцены ревности устраивать, и я назло ему вышла замуж вторично. Второй муж, он был наркоман, и я думала, что помогу ему выйти из этой среды. Мы родили совместную дочь, которую, в принципе, я также родила для того, чтобы помочь ему выйти из этой, скажем, криминальной среды, но и наркотической. Но во мне что-то надломилось, и я сама стала с интересом смотреть на наркотики. И жизнь очень бурно покатилась вниз. В уголовной среде есть, сейчас я уже даже забыл, столько лет давно прошло, людей разграничивают по мастям. Есть мужики, бродяги, воры, обиженные. Вот я принадлежал к касте бродяг. А началось все с малых лет. Наверное, мне еще не было даже 13 лет, когда все началось. И вообще я с малых лет хотел в тюрьму, не поверите. Парадокс, наверное, я отдувался за всю родню. У меня в родне есть НКВДшники по бабкиной линии.
а по дедовской ссыльные все. И вот нас сюда сослали, туда ближе Колпашево, в север, на север, короче. Можно! А, ты! Сэм! Вперед, Сэм! Второй раз, когда мне дали 4,5, я уже задумалась. Я думаю, блин, нифига, я сейчас выйду в 30 лет почти. 29. У меня ни ребенка, ни котенка, ничего вообще нету в этой жизни, что жила, ну просто. Любая женщина, она знает, понимает, что колония – это не место для ее пребывания. Но вот этот мир, он постоянно заматывал, друзья, все, все дискотеки наши. То есть, ну, это, мне нравилась эта вот веселуха, там, с какими-то там деловыми, блатными, там, друзьями постоянно дружить, общаться. То есть, ну, мне вот это все вот, ну, нравилось, это был прям мой стиль жизни, образ жизни, как бы. Освободилась второй раз, начала встречаться, ну, он так завоевал мое сердце. И вот до этого год назад, скажи, что я буду с чеченцем там жить, встречаться, я бы, ну, в лицо прям плюнула, сказала. А тут просто, не знаю, как он меня просто покорил, мое сердце. Ну, он такой, он очень такой мужественный, классный такой человек, вот, ну, просто вот. И мы начали с ним опять всю эту ерунду употреблять. Вообще он с прошлым, я с прошлым, ну и все как-то. Мы на квартире начали варить дезаморфин, научились, и просто открываем дверь, а там нас всех положили, всю толпу, в общем, и мы с ним стали подельниками. Была поговорка такая раньше. Год не срок, два урок, три пустяка, а вот пять ништяк. Ну, меня как бы не оставляло это одиночество. Потому что я уже перестал общаться со своими друзьями, с тем круг общения я оставил. Ворачиваешься домой, и четыре стены, и как-то не знаю, как приспособиться, чем заняться, чем увлечься в этой жизни. И в один момент все равно как-то... Наверное, чтобы больше, наверное, забыться как-то, отключиться, заполнить эту пустоту, которая была внутри. И буквально несколько месяцев я употреблял наркотики. Это, наверное, где-то порядком 8-10 месяцев я окунулся в это, прямо посвятился в это очень сильно. Употреблял героин. И это вернуло меня обратно в преступный мир. Я начал думать всякие махинации, где кого как обмануть, как украсть. Работа мне была меньше интересна, но тем не менее я ее не бросал. Но я искал выход, как я не мог понять, как жить в этом мире, как жить в этой жизни. Люди живут, я думаю, почему я не могу, почему у меня этого не получается. То есть мне рассказали о работе, которая ведется в городе у нас. Это революционная работа по помощи людям, которые вот именно попадают в зависимости, там это алко, наркозависимости. И те люди, которые бывшие заключенные, помощь таким же людям, которые находятся в проблеме, которые оторваны от общества,
который не знает, как жить в обществе, не приспособлен абсолютно. Ты веришь в Бога? Он скажет, да, конечно, не верю. А ты знаешь, что, ну, как, Иисус умер именно за тебя? И многие скажут, да ты что, гонишь, что ли? Я вообще нормальный парень, как бы, там, ну, как бы, что за меня умирать-то, ну, как бы. И вы много вот, услышите таких, ну, откровений, знаешь. Но на самом деле Иисус умер именно за тебя, ну, чтобы ты понимал. Иисус умер за тебя, и когда он это сделал осознанно. Впрочем, то есть вы уже не имеете, да, там, ну, как нужды, чтобы вас кто-то бы учил, потому что на вас есть помазание. Кто я такой? Да? Кто я такой? Вот знаешь, ну, как, тебе не упоминает ничего. Сейчас мама мне звонила, дай посмотрю. Она тоже 19 лет со мной промучилась, пока я в этих наркотиках была, в этих тюрьмах. А тут тоже про что-то говоришь, после центра приезжаю, и все, и всю Библию им сразу как чапаевец, там, иконы убрать, это убрать, и грешишь. Она так на меня смотрит, Лена, да лучше бы ты кололась, я у тебя хоть милицию бы сдала. А сейчас родные мои меня не понимаете. Но, слава Богу, как бы выстояла, прошла, и как бы сейчас у меня мама тоже уверовала, и вся семья уверует, и, как бы, знаешь, спасешься ты, родственники, приходят покаяние. Я познакомился с девушкой, с такой, с красивой молодой девушкой, я ее очень сильно полюбил. Жили, ну, опять же, вместе начали употреблять наркотики, ничего хорошего у нас не получилось, а наоборот, у нас жизнь разрушалась, мы себя убивали, и убивали по полной программе. Однажды меня опять поймали, посадили на тюрьму. 100% срок. Меня поймали с героином и должны были дать приличный срок. К сожалению, в 94 году не запланированно я стала участницей одного из страшных преступлений в нашем городе. Это было запланировано одними малолетними девушками убийство, в котором я невольно, ну, приняла участие и стала соучастницей этого страшного преступления. Еще долгих 7 лет я пробывала в разных колониях. Мама приехала ко мне на свидание со старшей дочерью и рассказала о том, что моя младшая дочь находится в детском доме, потому что после смерти папы она не смогла воспитывать и поднимать двоих детей. А мужа убили, ну, брат трагически тоже погиб, и, в общем, семья полностью была в очень критическом, разваленном состоянии. Иисуса Христа, и я прошу тебя, прости меня за все мои грехи. Я молю о помощи. Посмотри на меня в милости своей. Очисти и омой мое сердце. Я осознаю, что я не всегда был прав. Я не всегда люблю тебя и не всегда люблю моего ближнего. Помоги мне, Господь. Вспомнить всегда это трогательно, наверное, и... Я, наверное, как и все обычные парни, рос в простой семье. Там папа строитель, мама продавец. Занимался спортом, увлекался разными. Там, и в то время качались очень сильно. Там, были качалки такие самодельные, где гантели и все. А единственное, что пришли наркотики, и вот они так внезапно пришли и ворвались в мою жизнь. У меня были ценности же какие-то, там, доброта, я там пытался быть добрым, отзывчивым. Но когда пришли наркотики, как-то все это перевернулось, наверное, с ног на голову. Вот, и я стал зависимым человеком. Не сразу же так явно, я еще женился, потом у нас родился сын, старший наш сын Никита. Ну, потом, конечно, все тайное становится явным, и моя жена узнала. Ну и потом была борьба такая, ну, искание этой свободы, даже не Бога искание, а искание этой свободы. Скажи, я сомневаюсь, что у меня не получится. Знаешь, дьявол говорит, да у тебя не получится, ты это, да ты не можешь, да ты вообще лузер. Скажи ему, я сомневаюсь, что я лузер. Я победитель. Я победитель в Иисусе Христе. Он не планировал, Бог не планировал,
наше поражение. Ты как бы вот обращаешься к нему и живешь по Слову Божьему. Это есть всегда успех. Ну, это всегда победа. В любом случае, даже если это не модно для кого-то в какое-то время. Бога Слово, оно не меняется, оно не как закон меняется там каждую неделю. Оно не... вчера, сегодня и вовеки тот же. И это Слово меняет жизни, наши жизни и жизни тех, кто обращается к Нему. При этом мы все служим, то есть мы участвуем в служении. И это не только, как знаете, вот богослужение, это и служение людям. То есть через дела, которые мы социально осуществляем в нашем городе. Мы каждый день кормим голодных в 10 местах, 7 раз в неделю. Кому горячий чай еще? Бог, он услышал мою молитву. И вот он дал мне этот шанс. Но мы не послушали Бога. Мы не вняли и не поняли. Потому что через 3 дня мы снова стали колоться. Наташа потом умерла. Прошло буквально год и 3, наверное. И она передозировалась и умерла. А я узнал, что у меня ВИЧ. Ну, жить стало незачем, как бы у меня пустота такая пришла. И я еще сильнее стал колоться. Просто вот мне уже было безразлично, умру я или буду жить дальше. А уже родителям я до такой степени надоел, что они говорили: «Ром, ну вот на самом деле, лучше бы ты умер, мы бы один раз поплакали, и все». Лет, хватит, думаю, ну хватит уже, сколько можно сидеть, эти наркотики, пора уже дом, семью, работу. А понимаю, что, ну, все, нашла себе парня, который ни одного укола в жизни своей не делал. Вот тут просто вот такая выгодная партия, не наркоман, там, живет по соседству, тоже у него квартира, у меня квартира, в принципе, вот, ну, плодитесь, размножайтесь, живите, да, как бы, ну, он работящий такой, все, ну, как бы, но... Человек убить нельзя было вообще. То есть он, если убивал, у него что-то там происходило в голове. Говорю, как только он выпьет, все, я в травматологии просто. И у меня был, кстати, какой-то стресс такой. Ну, силы мои не вывозят просто. И, в общем, я там где-то договорилась, мне привезли соли. Он об этом узнал, меня раз избил. Потом вроде все, мы помирились, в общем. Но он говорит: ты что делаешь? У меня, говорит, все друзья, ну, я всех друзей этих знала. Я, говорит, все друзья, я всех их перехоронил, говорит. А ты, говорит, ну, моя там любимая девушка, женщина, говорит, на моих глазах тут колешься, короче, вообще просто. А я, ну, я не понимала реально. Ну, я думаю, да мне плохо, да ты вообще, ты мне тут... Я вот ради тебя вот ничего тут не делала, не употребляла, ты вот, вот так вот ко мне относишься, вот мне так больно, что я решила заглушить свою боль. Я уже думал, мне просто нужно сесть обратно в тюрьму, там, может, будет время, 2-3 года там, или 5 лет, сколько надо, там, посидеть еще, обдумать, может, что-то проанализировать, может, еще какой-то выход будет там. А здесь мне говорят, 4 месяца реабилитации, и твоя жизнь, она может измениться. Ну, это было очень заманчиво. Вообще, она, реабилитация вот именно в благотворительном фонде «Рука помощи», она бесплатная. Но мне сказали, что на твое содержание, если есть у вас возможность, кто-то, у тебя родители, знакомые, родственники, мы предусматриваем как-то, что 8 тысяч ваших пожертвований, вы можете, вот 8 тысяч, это чтобы ты мог там было покушать, поесть. Но если даже нету, ты все равно поедешь.
допустим, репцентр тюремный, там, ну, кто сидел. Хотя, в принципе, ну, вот эта наркомания, это сплошь и рядом криминал практически. Ну, но все равно есть кто-то сидел, кто-то не сидел. Я примерно как бы даже сравниваю это, вот как СССР было, и там 15 республик было, да? Так же и здесь, вот в Томске, здесь 15 районов. Каждый районный центр, он определен каким-то поселком. Вот, допустим, город Колпашево, это Колпашевский район. У нас в каждом районном центре, ну, церковь. Когда много-много снега, прорубают реку и проходят вот эти баржи. И тут все железо в этом, во льду, в снегу, сама баржа парит от воды, и ты такой, как Челюскинец. Когда ты туда приезжаешь, и ты основываешься, и ты покупаешь квартиру, детей ведешь в садик, то люди понимают, что ты здесь не просто приехал собрать пожертвования, да, и уехать, а ты здесь, ну, как бы, остаешься. Вы-то, может, и заедете на 4 ВД. После этого можно сразу налево там сверток. После светофора? Нет, ну, после забора. Братья и сестры, вот сегодня начинаем бурение скважины для воды в доме молитвы Молчанова. Спасибо за ваши жертвы. И на тебе смотрят, как бы, и вот эти вот дела, вот эта жизнь, да, и дела, они же бедны, как мы на ладони. Спрятаться там, в Томске или в Питере, тем более, проще, чем в этой деревне. Реабилитация с двух этапов состоит. Первый этап – полгода, наркотическая, если человек был, 4 месяца. Второй этап – 3 месяца. Если первая реабилитация – это когда ты, ну, сам восстанавливаешься, как бы встаешь вот, на рельсы такие, ну, напрямые, да, то второе – когда ты уже другим помогаешь. Всегда везде очень чисто, и думаешь, вообще вот молодцы, как бы мужики, казалось бы, думаешь, это молодцы сидят. Нету водопровода там, нету горячей воды, ну, посуда всегда чистая, все как бы это где-то. Довольно-таки большой урожай, и в этом году, если память не изменяет, 65 мешков картошки они выкопали, 2 поля засадили и потом копали. Так что здесь ягода там какая-то, свекла там растет. То есть все на полном самообеспечении. Вот у нас 5 орлов там, 5 на кухне. Кстати, вот сейчас замешивали, делают. О, смотрите, вот. Да, вот опару. Привет. Не сидел? Молодец. А, все, точно. Вот, снайпером был в армии. Сейчас точно замешивает опару. Никогда даже тесто не умел замешивать. Попробуйте, Алена. Вот местный хлеб какой. Да-да. Спекли хлеб, ну и порядок здесь наводим. Полы моются сразу, тут, везде. И все, и уходим. То есть, ну, уже перед подъемом, ну, перед тем, как братья просыпаются, служитель приходит, ну, служитель раньше встает. Служитель приходит, ну и все, и ты идешь спать. Здесь чистота, порядок. Она принесет. Ладно, мышь. Ну, мышь, ее проще. Взял там, выкинул птичку. Она просто перья, все. Если человек, он, ну, как несет такое служение пекаря, ночника,
То есть ночник, он в то же время, когда зима, там, он подтапливает печку, чтобы в доме тепло было, потому что у нас печное отопление. И когда приходит новообращенный, он представляет, то есть есть наставник, который наставляет человека, который объясняет ему там быт, там правила какие-то, потому что все равно есть правила, которые надо, необходимо соблюдать. Правило – это соблюдение распорядка дня, то есть если это молитва, то все выходят на молитву, если это чтение Слова Божьего, то все читают вместе, читают Слово Божие как-то, опять же так, в беседе, ну, понимают, что там написано. То есть правило, что нельзя курить, там, нельзя сквернословить, драться там и обзываться. То есть, ну, банальные такие. На два месяца немножко начал понимать Слово Божие. Немножко. Ага. Но я думаю, что до конца я буду понимать отлично. Конечно, тебе сколько лет? Мне? Не поверишь, 58. О, 58 лет. Представляете, 58 лет жил как-то. Непонятно, как. Безответственно. А тут рюкзачок этот надо скинуть, который дорогой себе. Очень тяжело. Ну, ломаю. Ну, тут видно, мы одна семья, мы живем. И видно человека, ну, раз он загрустил что-то там, ну, видно, что он не то с ним что-то. Подойдешь, поинтересуешься, ну, как тебе? Что-то не то же, вот, на душе, на сердце. Ну, да, что-то там загрустнулось. Ну, все, помолились за него, стали, и все, и человек сразу. Такие двухъярусные кровати. Тут еще комната. Здесь тоже. Тоже такая она небольшая, но тоже двухъярусная. Тоже будут кровати. Поддерживаем чистоту, потому что это дом, где мы живем. Приходят, конечно, разные люди, что и видно, как они дома жили, так скажем. Что... Даже ни кровать не заправить, ни что. Но здесь мы вот именно, знаете, как вот заново учимся жить. Заправлять, умываться, убирать все. Вот есть распорядок, по которому центр живет. И от этого уже отталкиваемся. То есть служитель уже так, надо быть вовремя на служениях, надо быть там вовремя. Это где, ну вот, то есть... Ну, обычно, когда человек перестает курить, перестает выпивать, и когда ну, полноценное трехразовое питание, и ему охоту энергию это куда-то деть, ну, кто-то начинает подтягиваться, там, гирьки, гантельки. Да? Я хожу в церковь не потому, что я пастор. Я хожу в церковь, потому что я люблю тех людей, которые приходят в церковь. Поэтому я 5 лет назад я сюда приехал. Вроде жил, работал, но как-то моя жизнь начала под уклон катиться. Я в молодости занимался спортом, там, пойдя в армию, я как бы посмотрел маленько с другой стороны, и моя жизнь тогда в армии она резко поменялась, на самом деле, не, даже не в тюрьме где-то, а в армию, когда пришел. Если по себе сказать, мне казалось, ну, я такой был добрый человек, да, допустим, мне там, ну, относился как-то к людям, то приоритеты мои изменились, что, ну, ставя выше себя над другими людьми. Я говорил всегда, ну, я живу вот ради шелеста, увидел, где можно... Вот этот мгновенный шелест денег, мне не зависит, независимо, сколько у меня денег, допустим, там в кармане, там, ну, 10 тысяч там, или 100 тысяч, да, они по-разному бывали суммы, да, они только выходили на усилительные вот эти процессы, и все, больше ни для чего они не нужны были, эти деньги. На самом деле, ты же никому, по сути, ты такой не нужен, потому что к тебе даже если хотят помочь, но то, что ты делаешь, допустим, да, как ты живешь, никому это не нравится. Люди приходят на реабилитацию, ты же прекрасно понимаешь, что по большинстве случаев им даже ну, некому, никто не может ничем помочь, допустим, чтобы восстановиться, потому что отношение к людям, какое в обществе к таким, ну, сами понимаете. Есть люди, которые живут в Колпашево,
там деревнях, которые никогда в Томске не были. В жизни ни разу. Ось, бензин, моторка. Что-то вот не хватало. И вот эта пустота, которую я не знала, чем ее заполнить. Мне то пиво хотелось попить, то еще что-то. Мне хотелось какое-то общение. Вот это вот мне надоело, эта скучная жизнь надоедала порой. Дом, семья. Мы с ним ходили там куда-то в бильярдную, там играть, там, я не знаю, там еще куда-то в бары, там какие-то там престижные все, лично отдыхали. Но любая вот эта повестка у нас заканчивается либо травматологией, либо какой-нибудь, слава богу, не резней. А все вот в один прекрасный день, в общем, хожу пьяный, просто вот так вот открываю дверь, ни слова, ни полслова, он так с ноги берет меня, так, пфф, просто в живот. Я улетаю в зал, начинает меня просто сильно бить. Первое отделяешь Господу, говорит, Господь, это тебе, это твое, и тем самым говоришь, Боже, вот это все, то, что у меня есть, ты мне дал, и я чту тебя. И, наверное, самое основное – это вера в Бога. В Бога я все время верил, это у меня вообще не было вопросов никогда. Я в Советском Союзе, когда нас учили еще в первых классах, что мы произошли от обезьяны, я крайне не согласен был с этим. И может быть, что вот это вот так все, оно само собой получилось. И вдруг человек как-то каким-то образом начал, обезьяна начала меняться и превратил, и получился человек. Я в это не верил. Но не знал, насколько это все, не читал священных мест Писания, не читал Библии, не читал, может, читал Новый Завет и не понимал, как вообще можно так жить в этом мире. Когда читаешь заповеди Иисуса Христа, когда он Нагорную проповедь, когда он говорит, что ударь, когда тебя ударит по щеке, подставь правую щеку, когда тебя с ним требуют снять одежду верхнюю, отдай ей нижнюю. Я думаю, интересно, как так вообще можно? Можно ли вообще так жить? Знаете, наверное, в каждом человеке есть Божья искра. Просто человек не осознает. Мы же все созданы по образу и подобию Божьему. Это однозначно. Но люди не верят. У меня был начальник колонии на малолетке в Бийске, в Алтайском крае, когда я сидел. У него фамилия Голованов. У меня Головатов, а у него Голованов. Ну и я иду один раз вечером, а они с обходом. И раз меня встречают, а я без бирки. Ну, вообще у осужденных бирка там, фамилия, статья, срок, размер сапог, все. И я без бирки. И он такой раз, они смотрят на меня, и он мне говорит, мы, может, ты что без бирки? Я говорю, да, ну, без бирки, да без бирки, как бы. Он говорит, мы, может, с тобой от одной обезьяны произошли, а ты, как бы, без бирки. Я говорю, ну, знаешь, я говорю, ты, может, от обезьяны, а я нет. И вера в Бога, ну не то чтобы там такая, знаете, как религиозная там или какая-то вот как сейчас, допустим, нет, но та искра, она все равно была, что, ну, что я не просто меня в капусте нашли там или с космоса я прилетел, вот. Я фактически, ну, 9 лет я отсидела, и
по милости Божией Бог явил свою славу. В 2004 году я освободилась из мест лишения свободы условно-досрочно, хотя не с моей статьей, не с моей характеристикой в колонии. Это было невозможно. Это просто Божий промысел, и его милость была проявлена ко мне. Но, конечно же, был большой вопрос и у администрации, и у осужденных. Все считали, что я просто прикрываюсь Богом, что я все это делаю специально, чтобы освободиться. Я освободилась, и очень-очень быстро как-то я познакомилась с людьми, которые мне подсказали о работе Томской церкви прославления. Понимал внутри, что что-то делаю неправильно, но выйти из этого болота никак не мог сам. Мне постоянно проповедовали. Есть Иисус Христос, то, что Он может меня спасти, что Он может изменить мою жизнь. Но я и серьезно не воспринимал этих людей. Я знаю, как жить, я сам вам расскажу, и выгонял этих людей. Я приехал в этот реабилитационный центр и прочитал молитву покаяния. И знаете, как-то сразу Бог коснулся меня и вошел в мое сердце, вошел в мою жизнь. Мои внутренние ощущения, прямо на физическом уровне, что мое сердце, оно было как такое каменное, глиняное. И когда Иисус в него вошел, вот этот камень, он лопнул и отвалился. И, наверное, когда... Обычно же человек это к Богу обращается, когда ему тяжело, когда трудно, когда прижмет. Есть деньги, ты отдыхаешь на Мальдивах, какой тебе Бог там? А когда ты на Колыме валишь лес или в Краслаге, тогда, конечно же, там ты вспоминаешь о Боге. И так человек устроен, так мы устроены. Знаете, есть 30, в Библии есть такой псалом под номером 39, и там написано: «Ты достал меня из глубокого рва, из тенистого болота, и на камни поставил ноги мои, и вложил в уста мои новую песнь». Знаете, сегодня мой язык, мои уста произносят новую песнь. Хвалу Богу. И любовь, позитивные какие-то такие. Но раньше, допустим, сидя где-то, хоть где, на языке песня была одна: «Мурка, ты мой муреночек». Русская народная песня. Да, это как история, потому что это не выкинешь из жизни. Но, конечно, отпечаток может есть где-то. Я даже, может, с вами разговариваю. Если знающий человек, допустим, он может понять, как говорится, знаете, рыбак рыбака видит издалека. Какой-то отпечаток есть, потому что жизнь наслоила этот отпечаток. Но мы стараемся его удалять. Я даже наколки, видите. Да, по сути-то, ничего такого не значили. Пацаном, я это еще даже наколол многие вещи, не сидя в тюрьме. Вот. Такой был. Когда его посадили, я просто вся такая разбитая. Помню, мне уже просто хотелось, я не знаю, мне уже жить не хотелось. Я думаю, изуродовал меня всю там. Перебил, переломал, думаю, сел. Кому я сейчас нужна? Там вот один из них меня отправил. Говорит, тебе надо в Томск, тебе на реабилитацию, тебе надо в Томск. Думаю, что ему надо? Думаю, сектант перестал ко мне. Думаю, вообще, что хочет? И все, я понимала, что это мне ни тюрьмы не помогали, ни то не помогало, ни все, ничего, ни больницы там, Вот это у нас тоже брат, его зовут Олег, он поступил буквально несколько дней назад, он сейчас о себе расскажет. Здравствуйте, зовут меня Олег. Приехал я в этот центр Западной Сибири, города Томск. Наркотической зависимости я уже... первый раз попробовал 10 лет назад, в 89 году. Когда ничего не скрывается от детей, тогда они защищены, тогда они понимают и знают. Когда мой сын, уже будучи подростком, увидел этот видеоролик моего мужа, своего папы, он его взял и выложил на страничку. И в школе, наоборот, ему сказали: слушай, какой у тебя крутой батя. Знаете, когда мой сын второй, Даниил, уже будучи подростком, он пришел, он говорит: мам, говорит, тяжело, говорит, люди и дети знают, что ты верующий, и они начинают меня провоцировать на драки там или еще на что-то. Я говорю: Дань,
Но пришло время просто объяснить им, почему ты такой, как не такой, как они. Возьми свидетельство своего отца и выложи в свою страничку. И ребята, просто зайдя к тебе, посмотрят, и они поймут, почему ты не такой, как они. Потому что то, к чему они стремятся, то есть стандарты, которые этот мир навязывает людям, быть зависимыми. И, в общем-то, наверное, с такими людьми, которые зависимы, легче всего этими людьми разговаривать, наверное, и какие-то вещи совершать. Так вот, наша жизнь, наша вера, это не просто «я верю и все». Вера без дел мертва, апостол Лаков. Я живу так. И если я где-то ошибся, если в отношении с ребенком, вот в конфликте с другом или другим человеком, я просто говорю: брат, прости меня, сын, я был неправ. Мне нужна твоя помощь и прощение. И мы потом молимся. И это хороший пример для этих подростков, которые понимают, что мы такие везде. И в церкви, когда есть люди, и дома, когда, казалось бы, никого нет, и никто тебя не видит. Но мне кажется, тюрьма, она мало кого изменила. Может, даже больше наоборот. Люди, они, во-первых, которые много отсидели в своей жизни, они не могут адаптироваться в этой жизни. Они многие не знают, как работать, там, что делать, там, как вести себя с женой, с женщиной. Там. Ну, элементарно. Мне кажется, тюрьма, она просто убивает людей как личности. И когда люди видят эти добрые дела, они начинают сами участвовать в этом. И почему-то люди не задумываются, интересно, да, так вот, ну, про вот именно бывших заключенных. Да ну, зачем им помогать? Они сами выбрали свой путь. Они сами, они виноваты, они преступники. Их вообще надо прямо, то как это отзывается, то вообще не нарушал закон, говорит, вообще казнить их всех, там, сжигать, зачем они нужны, искоренять это. Но это не искоренишь так. Любой преступник, которого ты оставил, которому не помог, он остается быть преступником и опасен для общества и лично для тебя. Он становится изгоем, он становится одиноким, он становится брошенным. Я чувствовал себя таким человеком, даже пытаясь выбраться из этой проблемы, я чувствовал себя одиноким, я не нужен никому. Но когда ты понимаешь, что ты нужен тем людям, которым ты можешь помочь, это дает тебе сил. Вот 1500 закончили реабилитацию, из них 700 человек, это почти что половина, они сегодня в стойкой ремиссии, они сегодня полноправные члены общества, занимают активную деятельность, бизнес, семьи, дети. И он говорит: вы что-то преувеличиваете, 50% такого не может быть. На что я ответил? Я говорю: приходите в воскресенье к нам на собрание, и вы увидите этих людей. Господь, мы поклоняемся Тебе. Давайте мы поднимем наши сердца к Господу. Боже, коснись наших сердец. Коснись еще больше и наполни наши сердца. Мы поднимаем и простираем к Тебе руки свои, Боже. Господь, нет подобного Тебе. Мы помним тот день, когда Ты коснулся нас, когда никто и ничто не могло изменить нас. И я хочу попросить, чтобы все вышли, все мамы, папы со своими детками. Давайте под аплодисменты. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми вами. Аминь и аминь, аминь. Будьте благословенны. Поздравляем!